Земля бесплатна. Законодательным собранием Пермского края был принят закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям, все члены которых являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Пермского края не менее 5 лет. В Кунгуре для этих целей было выбрано 64 земельных участка, расположенных в поселке Нагорный напротив деревни Поповка. Уже создан проект планировки этих участков, в который входит формирование детских площадок, проведение освещения, создание торговых точек на территории городка. На сегодняшний момент в отдел земельных отношений Кунгура обратилось 144 многодетных родителей, из которых 111 подошли по всем требованиям и поставлены в очередь на получение земель. Значит, в этом году мы планируем реализовать 64 земельных участка до конца года. То есть у нас получат 64 семьи вот эти земельные участки под строительство индивидуального жилого дома. В 2013 году работа по формированию земельных участков, по предоставлению земельных участков, соответственно, продолжится. И как бы остальным семьям тоже будут предоставлены земельные участки под строительство. Территория участков как нельзя кстати подходит под строительство городка для многодетных семей, ведь расположена она недалеко от коммуникаций и вблизи от школы. Многодетные родители уже сейчас могут стать творцами истории своего городка, ведь две улицы, которые проходят через городок, пока остаются безымянными. Мне бы хотелось, чтобы люди, кунгурики, сами определили, как эти улицы будут называться. Будут, ну, я думаю, что будут предложения, потом мы соберемся, ну, так будем говорить, мини-оргкомитетом, да, и примем решение с общественностью, все-таки какая улица, название улиц, двух улиц победила. Ну и, конечно, победителям будем делать подарок поощрительный за участие в общественной жизни города. Свои предложения по названию улиц вы можете сообщать по телефону 251-52 по будням со 2 по 15 ноября с 9 до 17 часов.